ребята, посмотрите, мы теперь можем хавать медведей. Посмотрите. Куда плывешь, малыш? Иди, я тебя съем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ха-ха-ха, съел медведя. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем с вами продолжать играть в эту замечательнейшую игру Tasty Blue. Так, ну что ж, ребят, мы с вами уже дошли довольно-таки далеко. В прошлый раз мы, посмотрите, мы уже сколько уровней прошли, мы уже практически... прошли с вами всю игру. Ну что ж, давайте продолжим. Так, что там наша акула-то? Так, акуленок у нас малюсенький такой совсем. Буль-буль-буль. Так. О, что-то еще разговаривает. Ребята, вы слышали? Вот сейчас услышите. Сейчас я попытаюсь есть. Сейчас. Слушайте. А, уже не хочет. Ну ладно, если заговорить, я вам скажу тогда. Так, ну что ж. Нам, я так понял, в этом уровне надо кушать эти, как их, ну, скажите мне, ящики с добром. А в ящиках, наверное, вкусная консерва и остальные крутые разные штуки дам. Так, хрум-хрум-хрум, так, отлично. О, мы уже можем кушать покрупнее ящички. Давай-давай-давай-давай. Ам-ам-ам-ам-ам, смотрите, ротик открывает, а не может дотянуться. Так, подождите. Так, та наша акула. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно, ох, я как вырос быстро. Ох, вот так вот мы сделаем. Ха-ха-ха-ха-ха. Ого, вау, вау. Еще раз. Отлично. Ого. Давай-давай-давай-давай, тянись-тянись-тянись. Открывай рот. Ом. Все, хорошо, молодец, умница. О, мой. Все ящики. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, все, надо съесть. Так. Давай, давай, кушай, кушай. Все, ребятки, мы прошли с вами этот уровень. Это просто круто, это просто отлично. Это просто не может не радовать. Так, продвигаемся дальше. И здесь у нас что? Вау, ребята, вау. Мы со снежной горы, посмотрите, летим. И едим пингвинов. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни. Посмотрите, ребята, посмотрите, что делает. Ням-ням-ням-ням. Так, мне нужно съесть 30 пингвинов за этот период, пока я спускаюсь с этой горки ледяной. Круто, вот это скорость. Вау, ребята, вау. О, ням-ням-ням-ням-ням. Сколько пингвинов, идите сюда, пингвинчики мои. Я вас всех поседаю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, да, ребятки, мы с вами прошли этот уровень, и мы с вами переходим на другой. Отлично. Просто отлично. Просто супер. Так, ну что у нас здесь дальше? Дальше у нас здесь идет наша акула, и нам показывают вниз. Оп, селедочка здесь, ребятки, здесь селедочка. Мы кушаем нашу любимую селедочку. Ой-ой-ой-ой, меня попытались укусить, ребят, вы видели? Это никуда не годится. Так, там пингвины плывут, они еще для нас сильно большие. Для того, чтобы нам вырасти, нам нужно хавать вот этих рыбок. Так что давайте начнем, пожалуйста. О, мы уже можем орла съесть. Классно. Или это... это какой-то не орел, это какой-то другая птица. Ой-ой-ой. Я не хочу на пингвина. О, рыбка, рыбка. Дайте селедочки мне, пожалуйста, вкусной. Ням-ням-ням-ням-ням. Так. Я не думал, что я буду кушать пингвинов. Ладно, я разное, конечно, мог подумать. Но чтобы пингвинов кушать... О, все, ребят, посмотрите. Ха-ха-ха-ха-ха. Всех съедим. Ах ты, злой пингвин, иди сюда. Вот тебе съем. Съем всех пингвинов здесь сейчас. Ох, еще съел. Ребята, посмотрите, какие у меня зубы огромные. Я просто реально могу хавать все, все, что захочу. Посмотрите. Вот это я понимаю достижение. Ого. Вот это да, ребята. Посмотрите, какой огромный. Ой-ой-ой, ребята, там медведи. Медведи плывут, посмотрите. Они хотели меня съесть, эти медведи. Посмотрите, какие прикольные медвежонки. Ха-ха-ха.
Так, подождите, ребяточки, сейчас мы найдем нашу еду. Иди сюда. Нам надо расти, нам надо кушать побольше, чтобы вырасти большими и чтобы начать хавать медвежат. Так, медвежонки. О, все, бочечка. Иди сюда. Ох, отлично. Ребята, посмотрите, какие большие. Скоро мы будем кушать медвежат. Это просто круто. Ребята, посмотрите, мы теперь можем хавать медведей. Посмотрите, куда плывешь, малыш? Иди, я тебя съем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ха-ха-ха, съел медведя. Так, медведя я съел, это хорошо, ребята. А вы видели, какой там морж плавает? Ребят, посмотрите, такой-то кит с какой-то иглой в голове. Вот это я понимаю рыба. Вот это она меня может и съесть. Ой, ребята, я на нее налетел. Тихо-тихо-тихо, мне маленькие медвежонки нужны. Вертолет прилетел, вертолет уже прилетел. Наверное, здесь хочет... О, мы уже больших медвежат можем кушать. Вертолет, наверное, хочет, чтобы мы сдались ему и прекратили заниматься тем, чем мы занимаемся. Но мы все-таки, ребята, огромная акула. И я думаю, что скоро придет время, когда мы уже съедим даже вертолет. О, все, ребята, моржи, идите сюда. Все, теперь я моржи, короче, хаваю. Посмотрите. Все, всех медведей съел на районе. И всех, короче, таких штук классных. Все, отлично, отлично. Все, моржики, я вас так люблю. Вы такие вкусные. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно. Ох, как вкусно. Это просто, просто реальное удовольствие я получаю от того, когда я вас кушаю. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, идите сюда все. Ох, вертолет пока еще мы не можем скушать. В принципе, нам пока и не надо. Посмотрите, какие у нас зубени, какие большие, ребят. Ура, ребятки, мы с вами прошли этот уровень. И мы продолжаем играть в нашу замечательную игру. Так, ну что ж, поехали дальше. Следующий уровень у нас тут какой? Вот моя малюсенькая акула опять. И тут бросают люди бочки из-под пива. Это что вам, свалка что ли? Куда вы бросаете-то вот это все? А нам, а мы с крышечки собираем от бутылок. От пива крышечки. Это, конечно же, все хорошо. Я, конечно же, все это понимаю. Одобряю. Но, ребят, вы имеете совесть. Что вы делаете? Дайте мне хоть немножко... покушать крышечек. Побольше крышечек бросайте мне, а не бутылки бросайте. Будете бросать побольше крышек, я быстрее вырасту. А если я быстрее вырасту, это будет означать, что я уже съем все бутылки, ребята. Понимаете, о чем я вам говорю? Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Съели. Отлично, получили. Давайте мне еще. Как-то я мало расту. Хочу быстрее расти, реально. Ну, я могу собирать здесь очень долго их. Очень долго. Я хочу быстренько собрать и все. И уйти плавать дальше в океан. Где я в океане буду супер себя чувствовать. Я буду съедать всех, кого я захочу, реально. И это просто не может не радовать, ребят. Это просто круто. Это просто круто, реально. Так, подождите, ребят. Ну, когда я уже смогу бутылочку съесть? Когда мой организм уже будет способен на это? Вот это люди нехорошие. Посмотрите, сколько они мусора выбрасывают в воду, реально. Так. Ребятки, ребятки, подождите, чуть не упал. Чуть не упал, реально. О, все, ребят, посмотрите.
Класс, класс, мы теперь можем жесть всю Россию. Мы все хаваем подряд. Ням-ням-ням, круто, круто, круто. Все, мы весь мусор теперь вот этот можем хавать. И, короче, таким образом мы будем очищать морскую среду обитания от злых людей, которые хотят с мусором просто уничтожить. Все хотят здесь. Ой, ура, ребятки, мы с вами прошли этот уровень. Ура, 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 ура. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим дальше немножко и посмотрим, что у нас здесь. Так, следующий уровень у нас тоже какой-то полярный пингвин с пингвинами. Все, ой-ой-ой, там такие пингвины большие, а я такой маленький, мне надо кушать селедочку вот эту. Ой-ой-ой-ой, потому что если я не буду кушать эту селедочку, меня просто съедят, я просто не вырасту, и все пингвины меня реально съедят. И скажут, что это ты такой маленький здесь плаваешь, не растешь совсем, мы тебя возьмем, да и съедим здесь. И проблем с тобой не будет. Так, ребят, мы даже вот этих полярных чаек съедаем, или пингвинов летающих, кто это такие, я не знаю. Да, как ворона каркает. Ой-ой-ой, там за мной охота, за мной большой пингвин, ребята, охотится. Это не есть хорошо. Я такое не люблю, когда большой пингвин пытается меня съесть. Это неправильно, это неверно. Так, тихо-тихо-тихо. Дайте мне, пожалуйста, покушать немножко еще рыбки. И... так. И... играть буду дальше. Давай, 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 выбегай. Вот так вот, отлично, отлично. Все, попался. Ха-ха-ха-ха-ха. Все, теперь мы его, ребятки, будем хавать. То он пытался нас съесть, теперь мы его просто съедаем. Ох, ребята, посмотрите, что это? Это какая-то лодка. Это какая-то лодка с человеком. Круто. Все. Ох, медвежата большие какие. За мной, за мной. Видите, за мной плавают, пытаются меня съесть. Медвежонки, видите? Медвежонок хочет меня съесть, потому что я в прошлый раз всех его деток съел. И, наверное, за это он мне хочет отомстить. О! Ха-ха-ха, все лодочки мои, ребята. Реально, все лодочки съел я. Так, круто. Круто, 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 просто отлично. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Классно. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот. Отлично, отлично, отлично. Так, плывем дальше. Плывем, 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 плывем. Вау! Вау! Так, 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 дорогие друзья. Ждем, 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 ждем. Подождите. Подождите, дайте мне еще скушать немножко. Сейчас я, подождите, подрасту. Сейчас я медвежат буду кушать. Вау, да, иди сюда. Ха-ха. Я съел медведей всех, ребята. И мы прошли с вами этот уровень. Таким образом мы с вами уже отлично сегодня поиграли. Ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод на канале Вечное Детство подходит к концу. С вами был, как всегда, Юра. Мы сегодня играли в игру Tasty Blue. Нам осталось совсем немножко, чтобы ее пройти. И завтра мы с вами обязательно в нее еще поиграем. Ну что ж, дорогие друзья, до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.